Жешки! Дас! Атасала! Дува! Всем привет, с вами я, робот. Конечно! Сегодня я бы хотел вам представить именно свою сборку бюджетного набора геймера. Сразу хочу сказать, что общая сумма всех девайсов будет не больше 5000. Let's get lost! Let's get lost! Let's get lost! Let's get lost! Кстати, все ссылки в описании. Ну, а погнали, а чё нет-то? Первое, что нам нужно, чтобы раздавать всем по головам, как это делаю я, игровая мышь. На просторах интернета есть тонны как дорогих, так и дешевых мышек. Но самый оптимальный вариант, по моему мнению, мышка Мороз. Мышка Морзе. Мышка хорошая, ложится под руку, меняет цвет и форму. Да, и вообще она трансформит. Умеет летать, ходить. Ой, что-то меня не туда занесло. Короче, мышка очень крутая за свою цену. Второе, что нам нужно, чтобы двигать ножками в играх, это, конечно же, клавиатура. Я не поленился и нашел механическую клавиатуру. Механическая клавиатура Motospeed K87S ABC USB 2.0. Что ты? Ай, блин, язык сломал. Клавиатура стоит 2000 рублей. Мне кажется, что она должна стоить намного больше. Так как она прикольно щелкает, вы нажимаете на кнопки и кайфуете. Также она не сильно шумная. И это, мне кажется, большой плюс. Ну, помимо судорог в играх ногами, нам нужны еще и наушники, чтобы слышать нашего врага. Sedis AC USB 7.1. Боже, я не хочу это читать. Стереоигровые наушники, помимо крутого микро и объемного звука, имеют световую подсветку. Также присутствует USB-разъем. Ну, типа, у кого-то нет разъема под микрофон, можем подключить USB-разъем, и у нас все будет работать. Короче, наушники крутые, да еще и с RGB-подсветкой. Итак, чтобы не убить свой стол возюканьями мышкой по столу, нам нужен коврик. Я нашел один очень классный и длинный коврик, и стоимость его всего-то 172 рубля. Я не буду говорить сейчас его название, потому что я сломала язык, и за меня это сделает кое-кто другой. Foreground новость. Так, все, хватит. Короче, коврик очень хороший, приятное ощущение от возюканьями мышкой по нему, да и вообще он очень красивый. Короче, всем советую. Короче, этот ролик подошел к концу, ну, типа, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, а с вами был я, робот. Всем пока-пока.